до моря 18 километров по хорошей дороге. Открытое море – не суп Геленджикской бухты. До городских развлечений 22 километра. На Михайловском перевале можно строить объекты гостиничного бизнеса. Климат – замечательная природа, достаточно спокойное окружение. Актуально в летнее время, когда в Геленджике пробки и аншлаги. Легкая доступность города и моря. Аэропорт. Место жительства может кормить. Отдыхающих в летнее время много. Интернет-активность растет, и вы сможете доносить до потенциального клиента то, что вы находитесь в замечательном месте, и у вас есть что делать.